Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Блять, короче... посмотрите, это кто вообще? Ой. Это я, нахуй, в прошлой жизни, смотри. Просто пиздец, там батя, нахуй, пропитый, у него в нем алкоголь. Там его на щечку нажмешь, у него спирт потечет, нахуй. Кто это, блядь? Вообще такие, нахуй. Он, сука, дома, блядь, при включенном свете в солнцезащитных очках сидит. А это что, сиськи? Ебать, больше, чем валяш. Ему должны много донатить. Пиздец, я охуею, кто это вообще? Привет, спасибо. В чате-то процентов 99,9 девственников в жопу ни раз не пробовали, но профессионалы, спрашивайте у меня дальше, давайте, выпендривайтесь. Угу. Угу. Если вы посмотрели анальное порно и подрочили, это не значит, что у вас был анальный секс. Все, до свидания, закрыли тему в жопу. Блять, пожалуйста, заткнись. Пожалуйста. Спасибо, дикарь. Как будто вас заперли в комнате с 9 даунами, но вскоре выясняется, что дауна в комнате 10. Такое самокритичное мнение об этой игре оставил пользователь с ником Нолло. Что-то знакомое, блин. Не знаю, хэнд-симулятор. Блять, сабы, успокуха! Мы создаем сейчас сайт! Чтобы вы могли автоматически кидать заявку, для того, чтобы я добавила вас, друзья. И это будет происходить автоматически. Вот вы нажали на кнопку, я вас добавила. Сабы, слышите, блять? Подождите, пожалуйста, мы делаем сайт, чтобы было удобно для вас. Прошу, ну подождите. У меня живот болит. Жесть. Нет. Дота. Офигеть, он угадал. Спасибо за сап, я люблю тебя. А, чувак, спасибо, Тимир, брат, я тебя помню, кстати. Чуваки, знаете, что я хочу повесить, короче? Не знаю, как вы к этому, короче, сейчас покажу. Я просто хочу вам показать, типа, что я хочу повесить на стену вот туда. Как вы думаете, нормально ли будет смотреться? Сейчас покажу, я приложу. Вы скажите, нормально или нет? Сейчас я застегну ширинку. О, отлично. А то магазин-то открыт! Блин, стул мешает! Сейчас, погодите! Просто мама сказала, ну я ей показала, типа, мам, вот я, ну, заказала, она говорит, нужно рамку для этого купить. Нормально выглядит там? Там нормально выглядит, а что вы ржете? Нет, там нормально выглядит, типа, там, далеко. Если я повешу, нормально будет на следующий стрим туда? Хрю-хрю-хрю. Амина, нужна твоя помощь. Бро, заняться шули нечем, Бро, хорош. В самом низу улица. Спасибо Алданская. Большое. Ссылка удалена. Нет, почему нет? А что, мне надо Моргенштерна было повесить туда? Ну ладно, как скажете. Кухарт. У меня было два варианта, либо КС, либо Дота. Молодец, Федечка, умничка, молодец какой, вообще умничка, да, самый лучший мальчик, да, кто покакал? Кто? Ой, блин. Кто покакал? Ну зато Феня покакал, простите. А почему он его так хвалит, за что он покакал? Я спрашивал коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Деньги или честь? Честь. Да, безусловно. Конкурс. Ой, сука. Все понятно. Нету, да?
Это моя песня? У меня есть указка, и ты поможешь. Ты возьмешь меня за руку. Слушай, кстати, довольно часто получают мои указки себе по лбу. Ты чего? Кому? Ты чего выбирал, мистер Штану? Пипец, как? Как испортить блюдо в секунду? Как быстро достать 1000 рублей? Ага, я не поведусь на твою рекламу больше. Ой, Илюха, очень крутой чел. И ремень. Тоже, наверное, 1030. По ременю отмена. Понятно, на что Илюха Экстайл смотрит. Илюха, привет, зая. Ах, Илюха, такой похотливый мальчик, смотрите на него. Да ладно! Стоять! Капец. А, крути снова! Блять, блять! Я могу бегать. Ебать, она срёт. Даже я так не сру, чуваки. Я могу бегать. Бля, как думаешь, нормально в 15 лет найти парня, расстаться с ним и словить депрессуху? Да. А это тоже парень спрашивает? Да. Ну, судя по никнейму MikePlay227, да. Может быть, это девочка. Приоры, там далеко везде. Спасибо. Братишка, у меня два. Где, давай, я убил их. Красава, ёпта. Ласт остался в зоне. Давай, чё он творит? А, иду. Я нахуярил, очень много. Я его убью, брат, убил. Хорошо. Легко. Как и разъебали, вы чемпион, написано. Братишка, я чемпион, блядь. Я ждал этого мужика, чтобы мне сказали, что я чемпион. Ой, вы лон, ты чемпион. Меня может убить только 4 майнбластами. Только 4 майнбластами, во что я не верю, реально. Сейчас будут 4 майнбласта, да? 3? Блядь, ну просто 4. Пизда из жопы, блядь. Из жопы, пизда. Сосать, умерная. Долбоёб, блядь. Сосать. Ты сейчас, блин, ты понимаешь... Ты просто, вот смотри, начало четверти, и вот смотри, конец четверти. Ну, вот. Двойку по физике можно вычеркнуть, потому что я ей сдал, она уберет. Вот так эта двойка. Это давно ты ее уже не, ну видел. Чё, 2-3, Федь, 2-3, у тебя 2.5, 2.3. Так уже, как так бы... Так ты, блядь, уже вот сколько времени, ты возьми, блин, заработай, ты четвёртый. И всего сколько? Так, я надеюсь, там никто нас не слушает сейчас, да? Нет. Или ты сейчас издеваешься? Ну издевается, чё? Это я! Я могу микрофон выключить. Я тебе говорю, стрим свой выключи нахрен, а то сейчас раздолбаю твой микрофон и твою камеру, блядь. Капец! Я по-взрослому называю, потому что как бы сейчас речь не идет о каких-то типа пизде и хуе, а речь о вагине и члене, то есть это что-то выше, чем хуй и пизда, это... Это одно и то же. Короче, так как-то так, да. Не знаю, что происходит, о чем мы с вами говорим и зачем мы все это говорим, но я думаю, что вы поняли меня. Если победитель не будет сидеть, ничего страшного. Ебануться, блядь, понедельник! Нихуя себе они здесь устроили! Понедельник, пятница скорее. Или суббота. А боссаны все. А боссаны. Хуя его сложила. Поливай. Пиздец, не, ну я сейчас подъеду. Спасибо, ребят, спасибо вам. За полцены называется, да, скидки были, блядь? Что это? А, мышь? За полцены, говорит. Ну,
Что я делаю с пустыми пачками от Pringles? Я из них делаю искусственную вагину, потому что девушки нету. Вот. Кстати, да. Лайфхак, пацаны! А зато честно. Тип просто спамит на протяжении, блядь, всего стрима. Посмотри, у Харда прохождение Ванна без забоша идет 30 минут. Что мне еще посмотреть у Харда? Я уже Хард, ну может быть Харда стрим? Давай я стрим Харда включу и буду смотреть, давай. Все, смотрим, смотрим. Вот Хард, смотри. Смотрим стрим Харда. Вот они играют. Ой, как же он на дедматче хуярит. Ля, хуярит, пиздец. Ля, нихуя, ну не повезло. Это такое бывает, знаешь. Не получается. Бля, красиво хуярит, нормально. Папка, ебись, она сразу. Бля, как же Телегран, он играет с Дигла, блядь, смотри. Блядь. Красиво. Блядь! Блядь, блядь! Бля, чё таким? Так вот. Пацаны, мама учила, короче. Когда тебе больно, сдерживай боль. Я и сдержала. Да в смысле, Оскар, идите нахуй. Да в смысле, Оскар, мне реально в глаз попало. Да реально в глаз попала. Я вам клянусь. Вот я вам реально в глаз попала. Вот я вам реально зуб даю. В глаз попала. Да не, Оскар, да я вам реально в глаз попала. Ну правда. Ну честно, в глаз попала. Ну правда. Да реально попала. Ну реально попала. Ну реально побрызгала, попала. Да идите в жопу, короче, вы. Не верите никому. Это что это? А что произошло? Да вы шутите, что ли? Вот здесь вот туалет. Вот здесь вот туалет. Вот здесь вот дверь. Это максимум. Чтобы встать на колени. И типа, поняли, да? Нужно, это еще надо ноги куда-то деть, чтобы, ну, типа, блядь, они в дверь упираются, блядь. Так. А если ты садишься на унитаз, опять же, не хватает разгона. Никакого удобства. Никакого удобства для того, чтобы заниматься сексом в самолете. Вы что-то поняли? Здесь секунду еще подумать. О, я разведаю, короче. Красивая. Давай коня. Тогда мочек возьму, если будет. Да, конечно, конечно. А, тут поедешь. Ку, пап, ку! Где он, внизу? Здесь, здесь, сюда. У меня. Калёный. Чемпион! Рази! Сука, овощ, блядь. Фухарт матом ругается. Овощ плюс 7-10 играет, блядь, на фиолетовый. Обоёб, блядь. Бля, я просто серьёзно, пацаны, охуею, блядь, с вас. Чё Харт матом ругается? Ты хочешь показать просто уровень своего долбоебизма? Какой ты, блядь, охуенный долбоёб или чё? Сколько же ты матом ругаешься? Не горит, да похуй вообще. Пацаны, сколько же дядя Лёша ругается матом? Пора подписывать петицию, дядя Лёша! Реально сейчас петицию запущу, а то дядя Лёша реально... Ебётся. Блять, ну что за инфа, блять? Ты её рофлишь, блять? Сейчас нахуй, значит, в бан, блять, отлетишь, ёпта, будешь сидеть, блять, на ММ играть. Нет, в бан это я какой бан? Ну а в чем проблема, блять? Ну сидите, ебать, спокойно играйте, блять. Ты мне дашь бан, а вдруг тебе дадут бан? Ты вроде не Зевс, чтобы бан. Я лучше него, блять. Зевс, нахуй, мой друг, блять. Запомни это, дурачок, блять. Ты ебанат, нахуй. Держи в курсе. Шон, нахуй. Приятной игры. Нахуй, нахуй мама вчера твоя ходила, ей очень понравилось. Держи. Да зачем это делать, блядь, знал, давайте блядь играть. Ну мало ли, может тебе интересно. Здравствуй, сынок, блядь, я твой отец. Кста. Это он так с опасавами играет?
Я тоже хочу так с сабами поиграть. Какого хуя, не понял. Почему меня сабы так себя не ведут? Танцуем, пацаны. Сейчас опять кто-нибудь зайдет в этот момент, когда я хуйней страдаю на какой-нибудь павер. Какой-нибудь хард, не знаю, зайдут сейчас такие, посмотри, что я делаю.